на плюс. Я снял. Я снимаю. Не знаю, получилось, нет. Косуля. Так. Ну, в остальном что-то печально. Надо смотреть эти. Залом вижу. Красиво я ее снял. Получилось? Нет. Как чувствовал. Че, ругайся. Зверя увидел. Да он обосрался больше, чем мы. Так, вот она, да. Да ладно, что? Не опять основа. Зато не надо грести против течения. Заметь, течение в другую сторону. Сейчас пойдешь отпиливать ее. Вот так вот, два шва. Не паникуй. Заходи, нормально. Ой, тут пройти можно. Я рад. Бля, это надо залезть и тут. Обнять ее! Вот так дырочка, сюда заходишь. И потом еще надо, блин, вот против течения. Вон тот перекат. Ну тут, конечно, мы не пройдем. А вот там вот я не знаю как. У тебя ведерс или сапоги? Короче, проходи дырочку и сразу вот ко мне. Тут ты вылезешь спокойно. Там топ просто. Сейчас или ты свою водку на мыс перетащишь волоком через перекат, а потом меня. Все там нормально. Не стани, Серега. Аккуратно, не разгоняйся. Проходи. Лево от ивы, там вылезти можно. Там просто улова, там, наверное, глубоко. Либо принимаешь прям резко влево, вот сейчас. Обходишь его и влево, короче. Это новое, это приплыло ему. Тут все новое, вот это и не было дырки. Смотри, во вторую протоку надо поднять. Ну вот вторая уходит чисто. Вот, да, и влево. То есть по левой стороне выгребай, или если там пройти, там глубоко, наверное. Чтоб тебя не унесло в залом. Прям под берег туда. Там мелкое, там перейти может можно, ведерство. На перекат вылазь, там протаскивай лодку волоком. И я туда же подойду, меня поймаешь. Наискось ее ставь течению так, чтобы тебя к берегу смещало. В улова заходи. Правее бери и вылезай с нее на берег. Там перенесешь. Снято. Короче, меня там лови пока, перекури. Я сейчас пойду правее выше, может. Ой!
Нормально, ничего. За веревку меня вон дергни. Фу. Все, встал. Снято.